Далее. Делаешь много. Далее. Да, на днях. То есть у вас мой телефон есть? Я вам звонил, да. Я вам еще раз позвоню. Да, поэтому позвоните. Заявление в отношении меня написал бывший генеральный директор концерна «Калашников», а ныне глава Росграницы России Константин Бусыгин. То есть это сведение личных счетов за мою профсоюзную деятельность, которая была в 2013 году. То есть это дело абсолютно политически мотивировано, потому что мы с рабочими завода боролись за повышение минимальной заработной платы до 10 тысяч рублей. Понимаете, это по вашим меркам очень маленькая зарплата. Спасибо. Atvyko Schengeno erdvė, turėdamas Lietuvoje išduotą vizą ir pagal tarptautinės konvencijas, kada jis buvo Kipre, pasiprašė prieglobsčio, Kipras tiesiog perdavė į tą valstybę, kuri buvo išdavus vizą ir per kurią jis atvyko. Priznajot ли меня политическим беженцем или нет? В случае непризнания меня вынуждены будут экстрадировать в Россию, где, скорее всего, меня подвергнут пыткам, где, скорее всего, я не смогу рассчитывать на объективное судебное заседание по моему делу.